Творческая команда компании «Газпром Трансгаз Томск» стала обладателем гран-при и 7 первых мест конкурсной программы фестиваля самодеятельных и творческих коллективов «Факел». Финал этого масштабного конкурса, который организует компания «Газпром», недавно завершился в Сочи. Все подробности далее. Более 1500 участников со всей страны и не только. Гости из энергокомпаний Франции, Германии, Китая, Боливии, Вьетнама, Узбекистана. Все это фестиваль «Факел» – грандиозное шоу, проходящее в несколько туров по различным регионам страны с финальным этапом в Сочи. За 3 конкурсных дня жюри во главе с народной артисткой Александрой Пермяковой просмотрело более 130 номеров в 5 номинациях и 3 возрастных категориях. Томичи привезли на финал 5 творческих коллективов и 3 исполнителей. Один из них – хореографический коллектив «Оранжевый кот» с номером «Беспризорники» стал подлинной звездой фестиваля, обладателем гран-при и первого места в номинации. Хореография очень сложная, очень быстрая. И плюс ко всему очень тяжелый образ. Трудно было воспринять вот эту информацию, что у нас есть такие дети, которые никому не нужны. Я даже у них отобрала телефоны на 3 дня, чтобы они соскучились по родителям по-настоящему. Фаворитом своей номинации стал томский танцевальный коллектив «Музыка сердца» с номером «Кино». Аплодисменты и бурю восторга вызвали у зрителей выступления других томских исполнителей. Дипломы первой степени завоевали также ансамбль «Веснушки», цирковая студия «Орликина», шоу-балет «Вавилон» и Вячеслав Змео. Юные Богдан Копейкин и Мария Чупрынова стали обладателями дипломов второй степени. Дарья Табушакова заняла первое место в конкурсе юных художников. Результаты, которые показала наша делегация, просто выдающиеся, феноменальные. В условиях жесточайшей конкуренции те победы, которые завоевали наши коллективы, они просто герои. В итоге творческий потенциал томской команды жюри оценило вручением гран-при фестиваля. 7 дипломов за первое место и 2 за второе. В Томске победители встречали подобающе – оркестром «Утра по самолетам».